الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Какая программа в твоей жизни стоит на первом месте? Я знаю, что есть много телевизионных программ и передач, которые ты ежедневно смотришь. Но какая из них сильнее других произвела на тебя впечатление? Чтобы узнать, мы провели исследование и обнаружили, что больше других на зрителей производит впечатление та передача, которая что-то изменяет в их жизни. Иногда эти изменения происходят после просмотра видео, длящегося всего несколько минут. Именно такая передача стала нашей целью. Чтобы добиться желаемого, мы начали нашу подготовку более 2 лет назад. За 2 года мы объехали более 7 далеких стран. Побывали в местах на Земле, где жизнь течет очень тяжело. Мы искали для вас самые волнительные зрелища в африканской пустыне. Это было источником жизни для многих, субханаллах. И вот оно полностью кончилось. Представь, что сейчас стало тяжело даже просто ходить по ней. Мы проживем с тобой волнительную историю среди экваториальных джунглей. Иногда мы будем в горах, иногда спустимся к рекам и увидим удивительные вещи. После 3 часов езды на машине, сейчас мы направляемся в деревню, находящуюся в центре джунглей. Вот люди, которые живут здесь. Кстати, она плохо видит, у нее видит только один глаз. Что это? Их еда. Их еда? Ага. Она ест это? Да, ест. И насколько ей хватит этой еды? На сегодня и на завтра. Когда путешествия разнообразные, человек может увидеть такое, что раньше никогда не пришло бы ему в голову. Мы едем в машине 6 часов по африканским пустыням, а потом видим 2 детей, которые идут пешком по пустыне. Куда? В школу. В школу? Они вышли утром и идут в течение 1,5 часов по опасной, безлюдной территории только для того, чтобы попасть в школу. Кто внушил им это терпение? Вы сами это увидите. В республике Нигер мы проходили мимо одной деревни и увидели, что жители собрались вокруг ямы. Сотни людей ждут своей очереди. Своей очереди в чем? Я спустился в яму, чтобы посмотреть, что в ней есть. Вы себе не сможете представить, там была вода. Из-за сильной засухи все они собрались вокруг этого пятнышка земли с водой еще с утра. С другой стороны, на расстоянии 900 километров от этой деревни, мы увидели прямо противоположное. На деревню разлилась река и уничтожила всю деревню. Единственное, что не разрушилось – дом Аллаха. Да, мечеть не разрушилась. Мы осуществили с ними развивающий проект, над которым они сами работали. Если у них получится, то каждая семья сможет отстроить не только свой разрушенный дом, но они также смогут строить по 3 дома каждые 4 месяца. И можно представить, что там произойдет через несколько лет. Мы приехали в Йемен, где многие люди имеют зависимость от кота, и взрослые, и дети. Сейчас мы в йеменском городе Таиз. Все горы засеяны котом. Но мы предложили им одну идею. Так что 5 фермеров, производящих кат, откажутся от выращивания ката. Уберут его из своих полей и сожгут, после чего заменят, посадив кофейные деревья, кукурузу, пшеницу и другие хорошие культуры. Какова цель всего этого? Субханаллах. Это была простая идея, и я, иншаллах, расскажу вам о ней. Когда мы остановились в Камбодже, в мусульманской деревне, мы зашли в одну хижину и нашли в ней старуху, лишенную возможности нормально передвигаться. Она не выходила из этой хижины. Обычно мы начинаем проповедовать жителям деревни и учим их исламу. Но эта старуха сама начала увещевать нас и советовать. Она сказала такие слова, которые заставили плакать присутствующих. И переводчик заплакал. Она заставила плакать всех нас. Что же она сказала? Она хочет, чтобы Всевышний Аллах простил ей все ее грехи. Ежедневно она сотни раз читает тасбихи, такбиры, тахлили. С целью достичь довольства Всевышнего Аллаха. В Сомали, когда мы проезжали по деревням, мы обнаружили человека, который вместе со всеми членами своей семьи живет в хижине 5×4 метра. Другая неожиданность – количество членов семьи, которые живут внутри этой хижины – 11 человек. Клянусь Аллахом, человеку было бы сложно остаться внутри на 5 минут, не говоря уже о том, чтобы жить там 10 лет. Кстати, мы обнаружили и другого человека. У него есть еще мать и жена, и всего в хижине у него живет 13 человек.
Отец семейства говорит: «Я чувствую себя счастливейшим человеком в мире». В чем секрет счастья? Почему он стал так радоваться жизни? Когда ты узнаешь его, что-то в твоей жизни изменится. Мы идем по бесплодной пустыне с сильными ветрами и находим старуху, чей возраст перевалил за 100 лет. Она живет без какого-либо крова посреди пустыни. Ее дети далеко от нее. Мы ищем их и приводим их к ней. Так посмотрите на ее положение. Ассаляму алейкум. Как ты? Нормально все? Как дела? Также мы находим юношу, которого заключили в тюрьму через 3 дня после его свадьбы. Молодожен провел медовый месяц в темнице. Что с ним случилось, когда мы освободили его? Мы сидели у престарелой матери, которая плакала по своему заключенному сыну в течение 4 лет. Как дела, тетушка? И когда мы там были, внезапно к ней зашел ее сын, свободный, освобожденный. Какой будет ее реакция? Уважаемый зритель, обрати внимание, все сериалы, которые тебе показывают в телевизоре, и, возможно, они производят на тебя впечатление, все это лишь актерская игра, ничего больше. А то, что мы тебе покажем, это то, что есть на самом деле. Я не рассказываю тебе истории, которые случились когда-то в прошлом, нет. Ты проживешь вместе со мной эти события, со всеми подробностями, мгновение за мгновением. В путешествии, которое было одним из самых удивительных путешествий в моей жизни, из которого я извлек пользу для себя. Представь себе, что в соломенной хижине живет одинокая больная старуха, и никто этого не осуждает, просто загадка. Затем мы открываем для себя, что ее сын, непочтительный и непокорный, живет по соседству с ней в большом 2-этажном доме. У него есть машина, пашня, и поставил между ней и собой забор с колючей проволокой. Она говорит, что он не навещал ее уже очень давно. Она даже не помнит, насколько давно. Она болеет и попросила нас, чтобы мы отвезли ее в больницу. Она хочет, чтобы мы отвезли ее, а он оставил ее и даже не навещает. Я попытаюсь пройти к нему. Может быть, мне удастся убедить его проявить почтительность к своей матери, чтобы он спасся. Клянусь Аллахом, я боюсь за него. Я не знаю, что с ним сделает Аллах. Она не хочет жаловаться нам. И наша рабочая группа решила пройти к дому этого сына и постучать в дверь, чтобы дать ему искренний совет. Хотя мы и не знали, какой будет его реакция. Что он сделает? Там у них распространено оружие. Что же он может с нами сделать? Как вы думаете, что он сделал? И что случилось потом с матерью? Я хочу, чтобы ты прожил эту историю со всеми ее событиями на следующей серии «Соизволение Всевышнего Аллаха» на твоей передаче «Лучшее путешествие».